Здравствуйте, видеозрители. Купил я вот такую перчатку для очистки шерсти животных. Вот она у нас сама перчаточка на липучке. Вот хочу ее протестировать на своем коте. Все, здесь у нас на липучке. И попробуем его почесать. Лежи хороший, балди хороший. Лежи хороший, давай тебе пузико погладим. Хвостик мы тебе погладим. Ну да, не нравится нам, да, скажи, хвостик давай тоже погладим. Ой, ну как будто бьют тебя, ой, как будто, так, Семёночек. Вот, давай тебя погладим хорошего. А давай теперь с этой вот стороны мы тебя погладим и посмотрим, сколько она на шерсти соберет, перчаточка наша. А? Ой, ну да, как будто бьют тебя, Семен. Сиди, сиди, балдей, давай, балдей. Балдит он у нас. Балдит он у нас хорошенький, кусаться он у нас хочет уже, да, а пузика будем, Семёныч? Ну давай, 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 пузика тоже. Ой-ой-ой, мяукает, ой, зуб. Так, Семёныч, Сёма ногти спрятал, ой, лежи, балди давай, болван. Ой, мы падаем, скажи. Сидит у нас. Котик балдеет. Посмотрим, сколько у нас уже шерсти. Вот она вот прям так берет и вся вот снимается. Тут она плохо у меня снимается. Вот. Видим, сколько у нас шерсти на одной перчаточке. Камень мы ее положим в сторону. А подопытный нас уже пытался убежать. Так, подопытный. Сейчас я тебя отпущу. Давай еще лапки мы тебе расчешем все. По головке мы тебя погладим тоже. Погладим нашего котика хорошего. Хороший у нас котик. Мы тебя погладим. Погладим нашего котика хорошего. А то, что вот он у нас вот хороший, мы его за это и погладим. Ну да, мяу. Ой, что-то здесь, вот скажи, у нас скользко, да, Семёныч? Давай тебе еще раз хвостик расчешем. Расчешем мы тебя. Вот видим еще раз. Целая варежка опять. Вот просто она у нас должна так вот соединяться. Если у нас будет много-много шерсти, то она должна просто все вместе сняться. Так. Котик у нас хочет уже. Он уже устал, скажи, да? Скажи, я уже устал расчесываться. Я-то от тебя глажу просто, Семочка. Сёмочка хорошенький, Сёмочка у нас балдит, лежит. Сёмочка у нас хороший котик. Хороший котик. Вот видим, еще одна у нас. Ну, ладно, пока. Пока для, то есть пробы нам хватит. Так вот, почистим сейчас нашу чудо-перчатку. И видим, вот сколько у нас из него вышло шерсти. Прям вот сколько у нас шерсти. Ну, в принципе, как для вот теста мне она понравилась. Вот сколько шерсти прям. С вами был Валерий, его главный подопытный ролик
Кот Сёма. До новых встреч. Подопытный кролик.